В Москве расстрелян бизнесмен. Неизвестные подстерегали его у собственного дома на Беговой улице. Тело с тремя огнестрельными ранениями, в том числе и в голову, обнаружили около часа ночи. Ранее сообщалось, что убитый 52-летний Шамиль Ханбисаев – гендиректор страховой компании. Однако сейчас информагентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что мужчина владел автомойкой. Преступники не тронули ценные вещи, дорогие часы и кошелек. Это указывает на вероятность заказного убийства. На месте происшествия работают следователи. Редактор